Конечно, такого безумия в головах, как у голландцев, я еще нигде не встречал. И вот рядом с Феродомом я встретил также машинку. Это можно уже отнести к стрит-арту. Называется она Rain Car, то есть дождевая машина. В машине установлен бак с водой, и она едет и распыляет воду. Прикольная задумка. А в некотором, где-то, может быть, она и полезна, да, не знаю, там, на полях. И, в принципе, вот такой фиат, итальянский фиат, чем-то напоминающий АКУ. Здесь у нас имеется также пример, как этот Rain Car можно использовать. After All of Moy 2010 года. И вот он едет по улицам города и распыляет воду в разные стороны. Ну, для, допустим, орошения тех же городских растений это вполне адекватное сооружение. Снова вам индастриал немного, то есть старинное какое-то индустриальное здание и совмещенное с современной архитектурой. Это, конечно, бомба, это футуризм, это взгляд в будущее. Такого в Европе я еще нигде не встречал, то есть футуристические такие штуки, взрывной взгляд на жизнь, в общем, полная бомба. Посмотрите, как переделали портовые складские помещения под жилье. Это, в принципе, ну, стало, опять же, город растет, город развивается, город расширяет свои границы. И, безусловно, там, где были складские портовые сооружения, теперь находятся дома. Местные рыбачки. И здесь у нас такой монумент в виде самолета, видимо, это Мессершмитт, немецкий истребитель, в которых сбрасывались бомбы на Роттердам. Ага, вот так вот нашел витрины со старыми фотографиями после бомбардировки Роттердама. Вот. И это, оказывается, у нас здесь музей Роттердама 40-45 год. Это вот то, что касается этого бетонного самолета. А Карла Несьяра, материал бетон. В общем, это отсылка к Пабло Пикассо. Это такая штука находится рядом с музеем Боймана в Роттердаме. Произведение архитектуры. Это просто мега круто. Рядом с музеем искусств у нас находится новое архитектурное сооружение, которое достраивают. Посмотрите, как город отражается в этой архитектуре. Это просто вынос мозга, это нереально. Ну вот, вы сами видите, да, как будто это все с высоты смотрится. Охренеть. Мировой глобус, который охватывает, ну, по крайней мере, Роттердам охватывает, но... Задумка офигенная, я думаю, здесь видосы можно такие наснимать.